Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня будем с вами готовить греческий салат. Для этого нам нужен будет помидор, огурец, лук, перец сладкий, сыр фета, зелень, оливки или маслины, на них еще говорят, маслины зеленые без косточки мы взяли. Заправлять это все мы будем оливковым маслом. Итак, начинаем. Ну, конечно, еще и возьмем брынзу. Вот такая вот есть у меня брынза, я добавляю обычно ее, и получается очень вкусный сыр. Режем помидор. Все режем крупными кубиками. Режем огурец кубиками. Вот так обычно я делаю, режу пополам и потом опять пополам, то есть на 4 части. Помидор нарезали, ложим сверху на огурец. Вот видите, огурец и помидор. У нас сейчас есть 2 ингредиента. Теперь точно так же крупными ломтиками режем перец сладкий. Перец придает такой пикантный вкус, а мне очень нравится. Вот именно вот эти крупные кубики дают вкус, остается сочность салата. Поместили. И берем лук. Я взяла лук синий, мне очень нравится. Но белый лук, желтый лук, он очень сочный. Поэтому лук режем соломкой. Вот такой вот. Для того, чтобы и вкус лука был. Лук придает всегда вкус салату. Без лука салат это не салат. Точно так же в этот салат бросаем зелень. Какая у вас есть? Я в данном случае взяла листья салата. Порезали, добавили все в салат. И добавляем наши маслины, оливки. Потому что масло у нас оливковое, значит, оливки добавляем без косточек обязательно. И сверху поливаем оливковым маслом. Я беру нерафинированное оливковое масло. Теперь сыр фета. Точно так же крупными кубиками режем. Сыр фета даст вот этот вот такой прекрасный вкус салату. Ну, то есть возьмите просто помидоры и огурцы, это будет совершенно другой салат. А вот именно сыр придает очень вкусный такой вот, дает вкусный такой ее вкус, прекрасный. Добавляем сыр фета и туда же точно так же крупными ломтиками порезали и брынзу. Вот. И теперь наш салат готов. Берем большую вилочку, либо большую ложку, перемешиваем. И можно подавать на стол. Такой прекрасный, вкусный. Прекрасного, приятного всем аппетита. Делайте, ешьте побольше салатов. Это витамины. Это то, что надо нашему организму. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь, дорогие мои друзья, на мой канал. Задавайте вопросы. Пока!